Вместо школьной скамьи – больничная койка. В пятницу в центре Иваново в очередной раз в ДТП пострадал ребенок-пешеход. Школьник переходил дорогу неподалеку от регулируемого перекрестка, но не по зебре. Водитель не заметил мальчика, появившегося из-за припаркованного транспорта, и успел лишь немного сбросить скорость, но не остановить автомобиль. В результате несовершеннолетний получил ушибы и был доставлен на обследование в областную больницу. За два месяца 2017 года произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 20 несовершеннолетних детей. Призываю не только водителей быть осторожными во время движения в городе, но и родителей, которые должны контролировать и предупреждать детей, напоминать им обязательно, где надо переходить проезжую часть.